Подписывается соглашение между Управлением Федеральной службы исполнения наказания России по Волгоградской области и Волгоградской митрополией. Мы присутствуем на этом событии. Оно заключается, это соглашение, для того, чтобы имелась возможность на законном основании душепопечителям Русской Православной Церкви входить в учреждение Волгоградского УФСИН и, соответственно, выполнять свои служебные обязанности. Подписывается это соглашение в связи с тем, что изменилось законодательство Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс, внеси поправки в правила внутреннего распорядка. Соответственно, все это прописано в этом новом соглашении, которое подписывается, для того, чтобы священнику было проще проходить через контрольно-пропускной пункт, иметь, соответственно, необходимые для богослужения предметы заносить для божественной литургии и так далее. Прописана такая даже тонкость, как занос евхаристического вина, что раньше не было записано, и были некие трудности, иногда возникали в связи с этим. То есть вот такие нюансы, которые будут именно помогать священнику, который будет уже точно знать, что он может занести, что не может, как он должен себя вести. Ну и, соответственно, на высоком таком уровне подписывается, то есть глава Волгоградской митрополии, митрополит Волгоградско-Камышинский Герман Павел Васильевич Раченко, генерал-лейтенант внутренней службы, начальник управления Волгоградского УФСИН, владыка Елисей, епископ Урюпинский-Новоаннинский, и владыка Иоанн, епископ Калачевский-Паласский. Соответственно, вот на таком высоком уровне подписывается это соглашение четырехстороннее, которое будет уже иметь для всей области значение после подписания и, соответственно, обязательно для исполнения. Ну, я хочу сказать, что стало, может быть, более ответственно. То есть, что мы здесь видим, так сказать, вне, да, на свободе, да, то же самое происходит и там, в местах лишения свободы, то есть люди перестали относиться к храму как к чему-то такому, как модному, что ли, да, а вот именно делают этот осознанный шаг для того, чтобы быть, то есть вот иногда даже задают вопрос, а почему так стало меньше крещений в местах лишения свободы, как раньше? Ну, оно стало и здесь меньше, то есть все те, которые в советское время не были крещены, они уже вот приняли крещение, да, воцерковились кто-то, кто-то, к сожалению, нет. То же самое происходит, это такие же граждане, к сожалению, только оступившиеся, они приходят в тюрьму с воли, такие же, как и мы с вами, только преступившие законы. Соответственно, там, конечно же, для них открывается больше времени для того, чтобы поразмыслить, подумать, соответственно, прийти к покаянию. На это священник и человека подталкивает, да, направляет для того, чтобы человек понял свою ошибку, осознал ее, исправил ее в дальнейшем по возможности, ну и, конечно же, попросил у Господа прощения. То есть вот это главная цель душепопечителя. Ну и, соответственно, кто это понимает из спецконтингента, тот и, соответственно, тянется к священнику. Для кого-то это трудно, даже там, да, вот многие задают такой вопрос, а как же поститься, допустим, в местах лишения свободы? Ну, то же самое можно сказать, как поститься в военном, да, то есть, как я всегда говорю, пост тоже и в тюрьме можно соблюдать, да, ты кушай то, что тебе дают в столовой, но из передачек можно что-то не съесть, да, скоромное, а вот довольствоваться тем, что есть. То есть всегда есть выбор у человека, и если он желает тянуться к Богу, то он найдет этот путь, а священник ему, соответственно, поможет. Но еще такой момент хотел бы сказать, что священник, душепопечитель приходит не только к спецконтингенту, но и к личному составу. То есть это тоже имеет значение, потому что, ну, так сказать, вот после этих лет лихолетия, да, когда на советское время было, священник не был вхож, соответственно, в тюрьму, в том числе, как в любое закрытое учреждение государственное. И, соответственно, когда стал священник приходить в места лишения свободы, вроде как у священника, ну, жалость какая-то своего рода была, да, к осужденным, и, соответственно, ну, не было как бы времени для личного состава, то теперь мы как бы подталкиваем священника, душепопечителя, к тому, чтобы он обращал внимание и на личный состав, потому что они тоже, так сказать, как говорится, да, они сидят вместе с заключенными, вот есть такая фраза, да, вот, заключенный когда-то, так сказать, освобождается, а вот
представитель личного состава, да, должностное лицо, он только на пенсию уходит. Вот, поэтому долгие годы также находится там, и также требуется ему душепопечение, также сложная работа у него, служба. И священник тоже, если обращает внимание, то какой-то совет, какое-то мнение свое, может быть, скажешь, просто теплое слово. Оно помогает это в службе, и, соответственно, человеку, когда есть понимание, что о нем тоже заботится, ну, ему легче выполнять свой служебный долг. Безусловно, это очень важный шаг. Он традиционный, это уже будет 4-е соглашение. Вот. Мы надеемся, что мы и дальше также будем продолжать работать очень плотно по окормлению осужденных в местах лишения свободы. У нас в каждом исправительном учреждении храм, при каждом исправительном учреждении священник. Поэтому они ходят раз в 10 дней минимум, вот, а то и чаще. Очень большую помощь оказывает в деле воспитания и перевоспитания осужденных, поэтому я очень надеюсь, что и в дальнейшем наше сотрудничество плодотворно продолжится. Священнослужитель более свободен в посещении учреждений, хотя, конечно, при наличии документа, но мы будем уже знать, что этот человек работает по соглашению с нами. И, в общем-то, выполняем одно дело, большое дело, и православная церковь подспорье очень большое. Я могу сказать, что раньше не ходили так, как лет 20 назад, может быть, а последние 15 лет очень плотно мы работаем, 15-20 лет, особенно вот последние 10 лет ходят, я уже говорил, не реже, чем раз в 10 дней, а то и каждую неделю вопрос. Поэтому да, все обряды Русской Православной Церкви всем исполняются неукоснительно, согласно канону. И крещение, и венчание, и причащение, все, причастие однозначно. Безусловно. Особенно в церковные праздники храмы наши полны. Вот. Но в будничные дни храм посещает порядка 30-40 человек, 50, может быть, в будничные дни. А в церковные праздники очень много. Это я. Отец Христов, давай, сказал.
есть копия. Отмена. Ну, я думаю, что наше взаимодействие оно продолжается. Да, ну понятно. Оно просто продолжается. Да, мы делимся. Пока моя церковь существует. Пользуясь случаем, хочу пригласить владыка ориентировочно на 5 октября по случаю открытия сорта вновь церкви. Первоначального вида на следствие не залезли. Мы сейчас идем на работу, должны были принести. Да. Нет, куху купола ставили. Купола и 6500. Да. Ну, молодцы. Территорию. То есть создать первоначальный вид, как оно полностью реставрация. Просьба, да, запланировать на это время. Всех приглашаю. Дело очень нужное. Не будем вам мешать. А все, мы уходим, а вот сейчас. Сейчас у нас продолжим.